Депутаты нашей республики намерены ужесточить ответственность за уничтожение животных и растений, занесенных в Красную книгу. Проект о поправках в федеральный закон об особо охраняемых зонах рассмотрен накануне на президиуме парламента. Как сказано в пояснительной записке к документу, изменения позволят теперь составлять протоколы об административных правонарушениях прямо на месте. Это право предлагается предоставить сотрудникам федеральных и региональных госучреждений, в компетенцию которых входит управление особо охраняемыми территориями. Проект одобрен и направлен в правовое управление аппарата парламента для рассмотрения отзывов, заключений и поправок. На заседании также согласовали план мероприятий на предстоящую неделю.